Ваш мозг говорит, мы возьмем сейчас эту игрушку и будем получать от нее удовольствие. Значит, в чем заключается удовольствие? Первое, у вас снижается чувство тревоги, потому что если вас слышит телефон, у вас у всех будет чувство тревоги. Проводилось исследование, просто отключение уведомлений приводит к тому, что у людей в течение недели повышенный уровень кортизола в крови. То есть просто то, что их перестали дергать уведомления, им уже, значит, их вызывает чувство тревоги. Значит, почему? Потому что вообще из телефона, как правило, появляется какая-то важная информация. Люди перестали друг другу звонить, они стали друг другу писать, то вы постоянно проверяете, там, и посмотрели, вам не написали, ничего сверхъестественного не случилось, у вас снижается чувство тревоги. То есть у вас получается положительная обратная связь просто за то, что вы взяли телефон. То есть вы взяли телефон, там никто не умер. Уже плюс. Вторая вещь – это вопрос потребления информации, которая является для нас, опять же, тревожащим стимулом. Я все время говорю, что вот очень важно понять значение информации для нашей вот эволюционной структуры мозга. Информация – это способ выживания. Значит, вам нужно выжить, вам нужно иметь калории для того, чтобы прокормиться, и вам нужны биты информации для того, чтобы знать, где угроза. Тот, кто перестанет следить за информацией, у него возникает риск погибнуть и не отдать свои гены. Поэтому, если гены нам достались от кого-то, то, вероятно, этот человек был жаден этой информацией и смотрел, что происходит, и таким образом спасал себя. Плюс к этому лайки. Значит, я на своих лекциях показываю исследования, людей клали в этот магнитный томограф, и они смотрели свой собственный аккаунт, и кому-то ставили лайки, а когда-то им ставили лайки, и смотрели, что происходит с их мозгом на ФМРТ. Значит, более яркого мозга, ну вот, когда тебе ставят лайк, я не видел. Он просто озаряется. Почему? Потому что нам очень важно социальное подкрепление, мы социальные животные, и это в значительной степени отражает все три базовых инстинкта. Это безопасность, то есть если кто-то меня отмечает, значит, я живой, я существую. Второе – это иерархическая история. Если тебя отметили, то ты в этот момент чувствуешь себя как бы уважаемым членом группы. Да? Понятно, что дофамин тоже у вас выделяется, потому что вы здесь чувствуете себя привлекательными, вас захотели. Да, то есть и безопасность, и иерархический инстинкт, и половой инстинкт срабатывают просто на эффекте лайков. Поэтому, когда вы его видите, у вас состояние счастья.